В начале разговора глава региона обратил внимание, что по своему климату и структуре экономики Кубань во многом схожа с Италией. Это, по мнению губернатора, может стать дополнительным преимуществом в расширении сотрудничества. Так на встрече обсудили создание производственных линий. Край сегодня заинтересован торговать не только сырьем, но и готовыми продуктами, отметил Вениамин Кондратьев. Еще одно направление для совместного сотрудничества – развитие круглогодичного курорта. Основная задача – это сделать курорты круглогодичными, всесезонными. Для этого, конечно, мы должны найти способы привлечения отдыхающих осенью, зимой и весной. И один из таких способов – это минеральная вода, которая существует в наших курортах, как Геленджик, Анапа. Серьезный сегмент этого рынка упускается. Конечно, нужен тот инвестор, который понимает бальнеолечение, бальнеолечебное направление, для того, чтобы сделать его современным, на самом деле, и дать возможность нашим курортам жить и в межсезонье. В Краснодарском крае создано уже 13 совместных компаний. Итальянские продукты и вина сегодня не нуждаются в рекламе, отметил Вениамин Кондратьев. А иностранные бизнесмены, в свою очередь, рассказали, что заинтересованы в работе на территории края. Главы итальянских предприятий приехали сюда, потому что мы верим в потенциал региона и его дальнейшее развитие. Несмотря на некоторые недоразумения политического характера, которые были на протяжении двух последних лет, экономический интерес итальянских предприятий не ослабел. Я должен заметить, что все новые и новые предприятия проявляют интерес к взаимному сотрудничеству, и наши связи остаются сильными. Предлагаем вам сохранить партнерские отношения только уже на нашей территории, на нашей земле. И мы готовы максимально предоставить льготы налоговые и иные льготы, связанные с комфортным пребыванием любого инвестора и максимальным облегчением ему возврата прибыли, которую, конечно, он должен начать получать. Если мы не можем прийти к вам, вы приедете сюда. Не потеряйте того потребителя, который вы уже сформировали. Есть классическое итальянское вино, которое уже полюбили россияне, и я считаю, что оно должно присутствовать на российском рынке. Но есть все условия, чтобы его производить здесь на сходные по климатическим условиям территории. Итальянские ткани, производство итальянских костюмов, потому что мы уже устали их шить за вас. Я просто говорю о том, чтобы вы не потеряли российский рынок. Дело в том, что, знаете, уйти с него очень легко, вернуться очень трудно. В составе делегации руководители 13 итальянских компаний. В течение двух дней предприниматели посетят несколько предприятий края, а также примут участие в тематических конференциях. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.